নিতাই গৌর হরি বল, 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 নিতাই গৌর হরি বল। Истинный смысл освобождения не только в том, чтобы освободиться от негативной стороны, но достичь позитивного бытия, самоосознания. Гауди Вайшнавы утверждают: «Муктир хитваньятхару пам сварупена вьявастхити». Нам необходимо выбраться из болезненного состояния и восстановиться в своем истинном положении. Это и есть позитивная концепция мукти. Итак, Джива Госвами дал объяснение Гаятри в связи со служением Кришне, Кришна Дасьям. Я не использовал это объяснение, но ту же идею я попытался вложить в свое объяснение Гаятри, связав его с обретением служения на Голоке. Я объяснил все последовательно, шаг за шагом, согласно философской школе Бхагаваты. Гана Траяты. Если правильно повторять эту Гаятри, мы сможем достичь освобождения. В целом, нам необходимо учитывать различные уровни этого материального мира, грубые и тонкие. Они существуют. Все различные уровни, грубые и тонкие, до определенных стадий. Затем, что из себя представляет Солнце, Солнце того мира? Перед нами сейчас объективный мир, и Солнце, которое освещает его для нас, которое проявляет для нас это материальное бытие, это душа. Солнце — Савита. Савита означает также душа, потому что только душа может дать нам возможность увидеть все это. Если в теле нет души, то эти глаза не могут видеть. И этот обычный свет уже бесполезен для нас. О душе так говорится и в Бхагавадгите. Кришнам Локам Имам Равихи. Точно так же, как Солнце освещает и показывает весь этот мир, так и Атма, на самом деле, это она, проявляет все. Бхарго означает теджас, как луч Солнца. Затем Деваси. И это луч другого солнца, Дева. И каковы качества этого Девы? Какова его характеристика? Дева означает, сияющий, прекрасный и игривый. Дивдхату. Дива означает играть. И также иметь дифти, сияние, блеск. А дева — это слово мужского рода, пуруша. Таким образом, это пуруша, который прекрасен и который имеет качество игривости. Красивый и игривый. Сундар, красивый, и Лиламой, совершающий свои игры. И его энергия — Бхарго. Мы будем думать о ней, об этой энергии. И это приведет нас к нему.
Нам нужно постараться все свое внимание обратить на Дхимахи. Дхимахи означает, мы будем медитировать. Другими словами, развивать духовное, то есть это означает служение. Ведь Господь почитаем для нас. Мы должны преклоняться перед Ним. А преклонение означает служение Ему. Мы будем служить Ему, служить Бхарго, служить ей и Дхио, духом, энергией этого преклонения, этой духовной жизни является служение, сева. Севу Господь дает нам как награду. Даскори бетан море дехо премадан. Служение означает не желать результатов этого служения для себя. Но в качестве награды к нам приходит еще больше желания служить. Наградой нам будет према. Према означает еще больше вдохновения служить. Наша обязанность — служить Ему, и мы получаем от Него вознаграждение. Какое? Больше сил и больше желания служить. Это и есть према. Дхио йона прачоде. И также я связал свое объяснение с киртаном. Ган, киртан. Это относится к Махапрабху. И также это относится к звуку флейты Кришны. Почему? Когда Кришна играет на своей флейте, этот звук вдохновляет и призывает всех его слуг, чтобы они были готовы к своему служению. Например, встретить его в кунджах или где-то еще. Звук флейты помогает мальчикам-пастушкам в их служении ему. Он помогает гопи быть готовыми в их служении ему. И также вдохновляет тех, кто служит ему в Ватсале расе, Нанди, Ешоде и другим. Он направляет их к служению в этой Ватсале расе. Звук флейты Кришны приходит, чтобы помочь нам обрести высшее понимание служения. Этот ган, эта песня, Кришна Ган, Гаятри, это то, что лежит в основе богоявленных истин. Священные писания — это отзвук того звучания флейты Кришны и также Санкиртана Махапрабху. Все это побуждает нас стремиться к достижению нашей высшей цели в любовном служении Всевышнему Господу, которого должны почитать все души, все сознающие существа в этом материальном мире. Таким образом, из Гаятри мы извлекаем всеобъемлющий смысл, охватывая все сущее вплоть до Галоки. Это звук, дающий силу Солнцу и побуждающий нас обрести свое высшее предназначение. Таков смысл Гаятри. Вот так я дал различные объяснения, раскрывая нашу высшую цель. Гаятри, Веда Мата, Мать Вед, дающий рождение, Гаятри, дающий рождение богооткровенным писаниям. Гаятри — это та фундаментальная основа, из которой исходят веды, богооткровенные истины. Ее природа такова — пракрити, энергия, наиболее основополагающая энергия Кришны, которая призывает нас вернуться в наше истинное положение, поскольку мы ушли от Кришны. Это подобно тому, как коровы Кришны разбредаются повсюду, но когда Кришна начинает играть на флейте, они собираются вместе благодаря этому звуку.
Этот звук направляет все и всех, и он помогает нам обнаружить нашу обязанность, наш высший долг. Таков истинный, глубокий смысл Гаятри. Вопрос. Савитур также означает Кришна? Нет, Савитур — это Джива. Дживатма. Савитур — Вараньям. И Дживатма принадлежит к миру поклонения. А что такое Бхарго? Это сияющий мир Кришны. И Бхарго относится к Девасья Бхарго. Она — энергия Кришны. Она принадлежит ему. А что означает Дева? Господь. Игривый и прекрасный. Дева, Господь, прекрасен и игрив. А Бхарго, его энергия, Сварупа Шакти, это та энергия, которой должна поклоняться Джива, душа, Савитур, Савитур Вараньям. Джива должна поклоняться их обители и владыка того мира. Кришна, который игрив и необычайно красив. И Он даст нам еще больше силы служить Ему. Дхимахи. Мы будем стараться совершать Ему поклонение, служить Ему. А Он в ответ даст нам еще больше сил для этого. Метанморе. В мире души мы можем двигаться с помощью медитации. Дхимахи. А это означает служение. Ведь Он занимает такое высокое положение по отношению к нам, что мы должны поклоняться Ему. Таким образом, в том мире невозможен никакой другой источник силы. Только преклонение, почитание, то есть служение. Служение Его энергии. Дхийою на прачодаят. Гаятри, Ганат, Ганам. Гана означает происходящий из звука, из того звука, который может привести нас к нашей высшей цели. В целом, все песни, все звуки происходят из того звука флейта Кришны, из той песни, Ганам. И высший дар этой песни занять нас в нашем вечном истинном служении после достижения освобождения. Звук флейты Кришны вдохновляет нас и задействует нас в исполнении нашего истинного долга. Он дает нам самоосознание. В настоящее время мы не знаем, кто мы. Мы не имеем полного понимания себя. Сейчас мы страдаем, но истинное самоосознание приходит в служении Кришне. Служение помогает нам восстановиться в нашем истинном положении. Звук флейты Кришны и звуки Санкиртана Махапрабху — это два звука, которые полностью утверждают нас в нашем высшем желаемом положении. Это и есть самоосознание. Транам — освобождение. А в любом другом положении мы не можем сказать, что достигли полного освобождения. Освобождение обретает свой позитивный смысл именно в служении Кришне, в высшей сладости и красоте. Освобождение является позитивной концепцией только в этом. Сварупе сабархой голокета стхити. Все другие положения не следует считать полным осознанием. Есть сравнительные состояния. Кришна в Мадхури Расе и также есть Радхадасе. Постепенно мы будем приняты туда. Найти правильное положение.
Это вопрос обретения правильного положения. Говорится, что религия — это занять правильное положение. Мы живем в едином целом, которое, тем не менее, полно разнообразия и противоречий. Мы хотим обрести свое правильное положение. Каждый из нас стремится к красоте, к блаженству, к красе, к счастью. Это присуще всем. Все нуждаются в максимальной расе, ананде. И никто не упрекнет вас в этом, потому что к этому стремятся все. Расо Вайсага. И наша последняя инстанция должна быть где-то там. Наша высшая надежда. Это не господство над этим бренным миром и также... И также не вхождение в нечто безличное, в бессознательное самадхи, саюджи мукти, но в полном сознании, имея высочайшее общение и обретая максимум удовлетворения нашей внутренней нужды. К этому стремятся все. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.